Мы помним, 75-летнюю годовщину освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Ярославле. Тогда участие нашей 234-й стрелковой дивизии сыграло решающую роль. Сегодня возле Музея боевой славы прошла встреча кадетов и школьников с ветеранами войны. И единственным ныне живущим ветераном прославленной Ярославской дивизии. А потом, после воспоминаний о тех огненных и героических годах, возложили цветы к памятнику воинам, участникам событий. В наш адрес пришло поздравление от главы администрации Духовчинского района. Вот. И просьба передать благодарность единственному нашему ветерану, который ныне здравствует и активно ведет патриотическую работу. Это Сосков Алексей Андреевич, бывший пулеметчик 234-й Ярославской стрелковой дивизии.